этой самой минуты от имени государства я объявляю вас мужем и женой. Иногда эту фразу приходится произносить по 40 раз в день, но каждый раз, признаются работники ЗАГСа, по коже мурашки. Чтобы овладеть этой профессией, нужно быть и юристом, и психологом, и даже артистом. Независимо от твоего внутреннего состояния, какие у тебя там проблемы дома, да, что-то еще в личной жизни. Если звучит марш Мендельсона, и ты стоишь на регистрации, то это все остается за кадром. На свадебные церемонии лишь верхушка айсберга. Эти же люди делают первую и последнюю запись в жизни каждого человека. Судьбы тысяч людей записаны в архивах ЗАГСа. Раньше все заполнялось вручную, и одним из критериев приема на работу был каллиграфический почерк. Сейчас выручают компьютеры, и все же работа с людьми занимает львиную долю времени. А вот вести свадебную церемонию доверят не сразу. Когда первый раз я поздравляла пару, мне даже оператор перед регистрацией: вы волнуетесь? Да, волнуюсь. Вот, конечно, это все волнительно. Опытный глаз работников ЗАГСа сразу может определить, искренне ли чувство у пары. Здесь точно знают, настоящая любовь есть. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.